Когда началась война, жена была беременна на 35-й неделе. Russian President Vladimir Putin announced that he had decided to conduct a special military operation. В 5 утра я бужу мужа, говорю, началось, ну, стреляют, это взрывы. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Это страх. Это страшный страх. Это страх за себя. Но в первую очередь это страх за моих детей и внуков. Мы слышали тоже взрывы, мы слышали сирены. Мы не верили. Может быть, мы не хотели в это верить. Раздался страшный взрыв, и он упал. Два квартала от нашего дома, где мы живем. Мы собрались утром на второй день и уехали. Это было страшно, когда ты едешь, и это все слышно, это все звучит. И дети высовываются из машины, чтобы подышать воздухом, а ты понимаешь, что сейчас может прилететь снаряд. По дороге мы поняли, что мы уезжаем уже навсегда. Since the beginning of the war, we've been welcoming every day hundreds of refugees who came from Ukraine, and they needed a shelter. They needed a place to stay and needed to have food, breakfast, lunch, dinner. And thanks God, we have managed to give them all. Я думаю, если бы не было Хабада, мы бы не поехали бы в Польшу. То есть мы приехали вот как? Вот так. Что нам нужно было? Слава Богу, мы все получили. Дина Стамблер, жена раввина, возила мою жену на женскую консультацию сама. Она не просто делегировала кому-то, она сама. Вот. Коляску нам подарили, очень хорошую коляску. Это подарил тоже Хабад. Они дают добро, при этом они как бы это добро пропускают через себя. Это как будто бы Бог руками этих людей делает здесь на земле добрые дела. Мы идем к доктору. И доктор смотрит документы на меня и говорит, срочно рожать. Это была 38-я неделя. А муж только приехал. Это вообще. И мы приехали потом после доктора в отель, собрали вещи, и муж меня отвез в роддом. В ночь с пятницы на субботу, это было 1 апреля, по еврейскому календарю это первая Нисана, это Рош Ходеш, это очень большой такой важный день. У нас родился сын здесь. Сегодня случился брит. Мы совершили союз со Всевышним, так как заповедано в Торе, так как Всевышний сказал нам, к нему спустилась наконец-то таки уже полноценная душа еврейская. Это очень значимое событие, это очень важное событие в душе, в жизни каждого соблюдающего, верующего еврея. You look at them and you see that they are not giving up, and they are not in depression, and they are not sad. They are looking forward and looking and finding everyday solutions. Такое колоссальное большое количество людей на нашем брите, на брите нашего сына. Это, ну, такое ощущение, как будто бы наша семья стала больше, гораздо больше.